Итак, самое доброе утро. Я сейчас буду натирать лобовое стекло. У меня есть вот такая штучка-распилитель. И есть вот такая штучка. Ну, в принципе, это одно и то же. Называется Rain X. Замечательная вещь, когда идет дождь, не нужно включать, как они называются, дворники. И вода очень красиво стекает. И абсолютная видимость практически 100%. Сейчас я помою окна. Сейчас лобовое стекло помою вот этим специальной жидкостью для мойки стекла, побрызгаю, и потом это все высохнет, и я тряпочкой должна пройти сверху. Так, теперь хорошо промыла шлангом. Это с той стороны все. Сейчас вот он уже подсыхает. Сейчас надо дать ему высохнуть и быстренько-быстренько разбрызгать вот эту вот фигнюшку. Давай, скорее высыхай, давай. Так, это я с той стороны мыла сейчас стекло, там разводы такие. Вот так вот. Вот так вот. Дать ему высохнуть, этому средству. И потом тряпочкой, там написано именно тряпочкой протереть. Не знаю, почему именно тряпочкой, но хотела салфеткой, но раз сказали тряпкой, значит будем тряпкой. Пахнет очень приятно. Брызгаем этим Rain X. Супер, сейчас высохнет тряпочкой. Температура ниже 40 градусов по Фаренгейту. Сейчас, конечно, там 80. Все, пошли смывать полотенечком. И вот теперь я буду, когда ехать, я попаду в дождик. Ой, у меня будет так красиво, так прикольно все это смотрится. Это просто сказка. Дождь абсолютно не мешает. И абсолютно не нужны дворники. Совершенно. Надо с той стороны помыть мне еще одну. Я там запачкала. Ой, как хорошо. Божечки. Все. Оплавила, протерла. Да, собственно, даже если бы я не протирала, все равно уже готово. Ой, туда не достану. Солнце так сильно светит прямо через стекло. Вот и все. Немножко надо поднажать все-таки, чтобы вот эти разводы убрать. Ой, как здорово. Просто здорово. Может, водичкой чуть полить? Да не надо, все хорошо. Отлично.